Приветствую вас. Не очень, честно говоря, я понял, что именно вам подсказать. Вы, наверное, ошиблись, написали не те слова, потому что непонятно, что именно вы хотите, чтобы вам подсказали. Вот. Что меня насторожило очень сильно? Меня насторожило то, что вы преподносите свою жизнь как нечто, нечто такое, что протекает, происходит вне зависимости от вас. То есть в моей жизни что-то не ладится, в моей жизни что-то не получается, это вы говорите так, как будто от вас вообще ничего не зависит, и не вы, собственно, эту жизнь устраиваете, не вы ее контролируете, не вы ее определяете, но ведь это получается в таком случае отрицание самого принципа жизни, что я ни на что не влияю, если я ни на что не влияю, я являюсь жертвой. Вот. Ну и, соответственно, именно в этом, по-видимому, и кроется основная проблема, основная беда, что вы чувствуете себя жертвой, чувствуете себя тем, кто ни на что не способен повлиять. И, соответственно, тем, кто не отдает себе отчёт, а, в своих действиях, своих поступках, своих позициях, то есть вы что-то делаете, вы как-то поступаете, и именно как-то вы поступаете, вот. А к чему это приведет? Чем продиктовано ваше действие? Какие мотивы ваших поступков? Это вот непонятно. И из-за этого в вашей жизни ничего не ладится. Именно из-за этого, только из-за этого. Никакой магии, никакого, вот то, что вы пишете, да, что не ладится, этого ничего нет. Есть только то, что вы делаете, есть только то, как вы притворяете в жизнь свои потребности и желания, и все, больше ничего нет. Вот. Я не знаю, к счастью или к сожалению, но это вот так. Поэтому какого-то универсального рецепта решения вашей проблемы нет и быть не может. То есть вам нужно именно проанализировать свои действия, проанализировать свои поступки, проанализировать свое поведение. И только определив его, определив свое поведение, определив свои действия и мотивы своих действий, мотивы своих поступков. Вот. Вы и сможете изменить свою жизнь так, вот, что, собственно, это будет более успешная, более продуктивная, более счастливая и такая, какой вы заслуживаете жизнь. Вот. Опять же, очень важно, чтобы цели, именно чтобы цели соответствовали вашим желаниям. И чтобы, ну, цели, которые вы себе ставите, соответствовали вашим желаниям. И чтобы ваши действия, поступки соответствовали. Тем целям, которые вы себе ставите. Вот, на мой взгляд, такая история. На мой взгляд,
такой момент. На этом все. Если вы же хотите свою жизнь реально поменять, то это вполне ощутимо, вполне реализуемо, но для этого придется работать над собой, для этого придется что-то делать, То есть никакого вот секретного решения нет. Проблема. Решение вашей задачи, потому что нужно понять, что вы делаете, нужно понять ваше поведение, нужно понять, чего вы хотите, собственно говоря. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. Так что на этом можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.